Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами Пумба и игра Фир, Фиар, не знаю как. В общем, тут кто-то называет, и со мной два моих раба, китайцы, еврей, не знаю. Эй, куда вы? Я даже договорить не успел, вы дайте рассказать историю-то, я легенду рассказывал, блин, все испортили, скотина. Ну, в общем, я их подчиненный, они мои рабы. Ё-мо, давайте вперед. Ну, китаец, иди, тебя не жалко. И как минимум 7 миллиардов на твое место придут. Иди! Какие 7? 2! Иди! Ты чё? Он меня не слушает. Я не могу руководить над своим руководителем. Какого хрена? Так. Двигаемся дальше. Что нас тут ждет? Да ничего. И что, клоны на это способны? Для них это не характерно. Другие отряды сообщают о чем-нибудь подобном? Нет. Похоже, это нечто совершенно необычное. Да, похоже. Что вы об этом думаете, Чен? Посмотрим, что тут у нас. Пулевые ранения, рваные раны, следы ударов тупым предметом. Я бы сказал, поработали на совесть. У нас тут несколько паршивых ублюдков. Надеюсь, мы с ними разберемся. Будьте крайне осторожны. Мы все еще не знаем, что нас там ждет. Так может мы пойдем, или вы будете их разглядывать? То этот китаец что ли теперь за это? За Джин Сунку? Я не понимаю, что ли в отряд ФИАР специально берут китайцев, которые будут сидеть над этим? Медиками? Там Джин Сунквон, тут Чен какой-то, охренеть, блин. Я знаю, как ты закончишь, ничего хорошего. Реально, конечно, светлая память Джин Сунквон, но блин. Какого хрена китайцы? Китайцев что ли реально не жалко, что ли, на такую смерть послать? А чего это творится? А здрасте. Так, китаец, вперед! Тебя не жалко? Китаец, иди вперед. Дурак, что ли? Почему я должен вперед? Сейчас закроется, короче, ведь. Нет? Слава тебе, господи. Да, главное, такой еще начал перестрелять. Начал перестрелять, чем его убили, так я чуть не прифигел. Его, короче, и простреляли, и продырявили, и молотком. Какие-то отморозки заперли ворота. Теперь из здания невозможно выйти. Сержант, найдите способ открыть двери и включить свет. В здании бойцы Дельты. Они на четвертом этаже в помещении охраны. Немедленно поднимитесь к ним. Ага, немедленно поднимитесь. Тут все к черту перекрыто. Чен, разговорчики. Просто мысли вслух. Тогда открывайте ворота. Мы не знаем, сколько у них времени. Какие тут все болтливые, я не знаю. Даже мне говорить некогда, реально. Вы слышали, я молчал, все время они говорили. Так вот о том, что, блин, о чем речь-то была? Да какого хрена я забыл? Я о чем-то говорил. Это центральное здание Армахима! Я же тут был. О, нет, я сюда не хочу. Сейчас эти, короче, бойцы невидимого фронта прибегут тут, короче, эти ниндзи, блин. Ниндзи, тараканы, блин. Какого хрена? Зачем я сюда иду? Ребята! Вы как там? А че ты один? А где второй? А где китаец? А, ну все, китаец умер. Наконец-то. Что значит наконец-то? Он наш этот, бюстгальтер. Я сейчас тоже так же завис. Какой нахрен бюстгальтер? Он этот. Вот начинаешь играть в Фир, сразу же все умные слова. Твою мать. Твою мать. Не-не-не, я не пойду. Не-не-не-не. Идите нафиг. Там Альма моргает. Тут, надеюсь, не будет жирного ублюдка. Твою мать, это воспоминание Альмы. Какого хрена? Какого хрена меня-то теперь тут накрывать должно? Ладно, давайте. Чего? То есть вы меня сейчас забросили в какой-то нахрен бункер? Бункер окровавлен сверху и снизу. И у меня нет ни оружия, ни замедления, ни хрена. Ой. Ой, привет. Воу! Воу! Мать вашу. Оружие возьми, дурак. Куда идти-то? Я обосрался. Можно я сейчас, погодите, я вот тут специальными средствами потру попу? Все, давайте двигаться дальше. Фу, какого хрена сейчас это было? А, я оттуда пришел, да. О, так, ладно, двигаемся дальше. Это было... Попец, блин. Вот им попец. Это был попец полный. Какого хрена? А я-то тут при чем? Кто я? Теперь возникает у меня вопрос. Мне сначала показались бестекстурные места. Так вот, он этот.
с трупами, которые занимаются. Как их там? Забыл, блин. Не палеонтолог. Как их там называют? Ну, в общем, он врач, который работает над трупами, блин. Капец, блин. Прекрасно, сержант. Отлично. Третий этаж открыт. Сообщите Дельте, мы поднимаемся. Все, мы идем. Дельте некому говорить. Знаете, что там с Дельтой отрядом стало? Они, короче, стали лужей. Большой красной кровавой лужей. Представьте сержант, себе. Мы под обстрелом! Где? Видимо, эти ублюдки прикончили гражданских. Я иду. Да не, они прикончили, там маленько, короче. Эй! Вашу мать! Они закрыли дверь. Куда бежать-то? Я правильно бегу-то? Это, блин, кто такой? Ты, блин, что, Сихарулидзе, что ли? Вы видели, как он филинграна от меня уходит? Да ладно, филинграна, но он уходит. Ты чё? Кто такой? Слышь ты, Сихарулидзе. Я из тебя отбил ровный тело. Это ты мне? Иди нафиг, иди нафиг. Просто бежим. Это... Вы видели, как он отталкивается от стен? Это тот самый мужик, который прыгает от стен. Мать! Что это за оружие у него? Воу, слушайте. Прикольное оружие. Я пока с ним похожу. Я его использовать не буду, но похожу с ним. А куда мне идти? Ребята! Вы умерли. Мать вашу. Да вы охренели, а? Вы охренели оставлять меня одного? Это как минимум неблагоразумно. И не... Да чего вы дверь-то за мной закрываете? А, это просто? Ам-ням-ням, дверь говорит. Как многие говорят, ом-ном-ном, не понимаю этого выражения. Это Дельта, группа С. Вы слышите? Слышит меня кто-нибудь? Я слышу. Да, слышу вас. Доложите обстановку. Мы на третьем этаже. Нас оттеснили в комнату охраны. Не знаю, сколько мы продержимся. Понял. Быстрее. Ребята из Дельты сами не выберутся. Да идем. Ну, в общем, ом-ном-ном. Кто-нибудь вот когда-нибудь ел как ом-ном-ном? Я не знаю, кто-нибудь так ест вообще? С таким звуком. Фу. Я там сляк. Такая какая-то жижа. Фу. Такое ощущение, что пол потек. Извиняюсь за выражение. Если девушки нас смотрят, простите, пожалуйста. Что происходит? На это было похоже. Так. Что... Это что такое? Это что за дым, мать вашу? А, это дым с пола. Снизу. С первого этажа, короче. Понятно. Так, двигаемся дальше. Пока что нет. Вот меня устраивает, в принципе. Все, им помогать уже смысла нет, ребята. Финита ля комедия, или как там говорится-то? Все, капец, по-моему, трупы. Я не знаю, что он тут делает. Он, по-моему, насилует диван. Вы смотрите, реально, он насилует диван. Какого хрена? Эта игра не о том. Здесь никто не должен насиловать диваны. Реально, да, я чувствую, в конце этой игры напишут, ни один диван не был изнасилован. Знаете, в предыдущих играх писало, что ни один спецназ при этом не пострадал. А здесь напишут, ни один диван при создании данной игры не был изнасилован. Я скажу, конечно. Я как будто не видел. Воу-воу-воу. А вот эти-то враги посильнее. Я попасть даже по ним не могу. Слышь, ты изворотливый. Все нормально. Так. Чё это? Воу! Да кто? Кто, мать вашу, меня сейчас стрельнул? Я даже не заметил. Кто, блин, стреляет? А, ты? Тогда не убью. Сейчас тебя убью. Все, молодец я. Все? Что это за лаборатория? Кстати, я таких лабораторий не видел, когда играл в этот. В оригинальный. Да и в оригинальный тоже, кстати, не видел. Нужна помощь. Ложись. Видишь ты? Все нормально. А чего это за оружие-то у них? Может, мне кто-нибудь покажет, скажет, даст мне его? А, это элитное оружие. Так, ребят, надо, короче, мне научиться использовать
все новые оружия, которые дают, потому что потом они их используют, и я потом по такой буду их копить, 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 а по итогу я в них так и не постреляю. Ими, в смысле, ними. Да хрен знает, как правильно говорить. Короче, данным видом оружия я не успею пострелять. Это что такое? Давайте тут без выпрыг... Просто запишем сюда, спрячемся. Кто эти парни? Эти парни явно не клоны, но и к Армахему отношения не имеют. Похоже на наемников. Я хочу знать, кто их нанял и зачем. Выясните это. Какие-то нездоровые у тебя желания. Слушай, Бендер. Что-то я думаю, ты пропал. А куда идти-то? Кто эти парни? Разыщите их, пока не поздно. То, что я не слышал, это вообще было поздно. Это наши будущие звезды. Я серьезно. Скрипнул, услышав наш демо-босский универс. Московский универс. Так, тихо. О, я тут дрался, я помню. Да, да, и это место я помню. И чему я радуюсь? Чего, я не убил? Стоп, когда они меня не видят, они должны умирать. Да твою мать, ты бессмертная, Кощей! Сколько я тебя патронов перетратил? Если они сверху мне не зайдут, то это будет просто пакость. Так, ну я так понимаю, они там. Конечно, там. Ага, я ему в спину зашел. Он думал, что я с той стороны иду. Дурак. Так, нормально, двух нету. Так, надо там подобрать, чего-то там было, по-моему. Я чего-то, по-моему, не добрал тут. А, да. А, нет. Все нормально, двигаемся дальше тогда. Я все подобрал. Офигеть, у меня полные жизньки. Когда-нибудь было такое вообще, а? И для гранат места нет. Просто не знаю, это кошмарный сон Тимона. Я не могу подобрать гранат. Да хотя мне пофиг, как подобрать. Так. Продолжаем наше движение. Тут какие-то самолеты, я не знаю. Армахим, по-моему, разрабатывал все. Он какой-то... Они военная какая-то это организация. Они разрабатывали не только Альму. Хотя, если они разрабатывали Альму, то за какой хрен им разрабатывать было самолет? Серьезно. Одно новое сообщение. Это Грег. Скотт Расмуссен не отвечает. Ни по рабочему, ни по сотовому. У вас вообще кто-нибудь есть? Никого. Сообщений больше нет. Меня это тетка реально пугает. Я тут нашел план здания. Главный компьютер находится в центральном зале. Идите туда. Иду. Я туда иду. И самое интересное, ты не сказал... Ты мне даже не сказал, куда идти, я, в принципе, знал бы, куда мне идти. Так что мне наплевать, куда ты там не командуешь, я своим ходом иду. Чё, а что это такое? Угу, понятно. MCHCEFBCBBOA. Да, легко, это элементарно. Тригонометричная система фольклора. Одно новое сообщение. Скотт, это Уолт Грег. Наверху срочно требуют предоставить материалы по проекту Источник. Персея, Икара и синхронизация это тоже касается. Тут что-то назревает. Сообщений больше нет. Персея? Это уже не первое упоминание синхронизации. Она как-то связана с Персеем и Феталом. А, ну ладно. Я как бы уже знаю, что там связано с Персеем. Фу, с Феталем и со всей фигней как бы. Сейчас что-нибудь подтверждаю выпрыгну. Цель в этом районе. Будьте начеку. Возможно, их там двое или трое. Кого? Кого двое или трое? Воу! Лазеры! То, что я ими не смог воспользоваться, я сейчас восполню здесь. Твою мать, открой дверь! Вали! Валим отсюда! Кто в меня стреляет? Какого хрена, ты дурак? Это зря я тебя пускал, вот что я понимаю. Слышь ты! Сила, разогревай, чего ты вместе. Стреляет в меня лазер. Все, знаете вам. Так, теперь у меня возникает вопрос. Не возникал, но возникает. Теперь
Мне надо заменить какое-то оружие на лазер. Я даже знаю какое. Вот, это тот самый унылое оружие и веселое оружие. Обожаю его, обожаю. Так, я сейчас пока побегаю с этим, его патроны мы закончим. А потом я буду бегать уже с лазером. Я обещаю, в этой части я успею пострелять с лазером вдоль. Так, так, так. А, это оружие, которое я выкинул. Сломаем. Чего здесь у нас происходит? Здесь у нас компьютер, я не знаю, здесь какой-то... Скажите, машинное отделение? Какое машинное отделение? Вообще здесь дохрена процессоров. Так, дверь закрыта. Как это отделение-то называется? Вообще, у меня из башки все вылетело. Понимаете, когда играете в такую игру, просто из башки вообще все... Название нормально вылетает, блин, адекватное. Двигаемся дальше. Подбираем, 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 подбираем. Идем. Надеюсь, никого нету. Быстрее! Они собираются уничтожить все данные. Слышь, Бендер, замолчи, а. Чё тебе должен слушать вообще? Кто ты такой? Ап. А где они? Я... О, блин, он не умирает. Не нужна поддержка. И где ты? Я видел тебя. Долго тебе осталось? Левая. Бравый молодец, холодец, блин. Ну теперь реально уже холодец, все. Да какого хрена? Кто-нибудь его видит? Те, кто меня видят, уже не видят меня. Те, кто меня видит, в основном видят только мои патроны. Дальше они видят белый или темный свет, я не знаю. В зависимости от того, какую часть тела им прилетела от меня. Так, двигайся дальше, куда нам? Что за красный телефон? Воу. Я теперь себе такой хочу. Сам по себе прикольно выглядит, раз такой телефон, необычно. Ой, слушай, не все они уничтожили еще. Я успею подобрать одно новое сообщение. Скотт, почему я до сих пор ничего не получил? В чем проблема? Мертвые все. Вот вам и проблема. Да как, блин, контрольные точки каждый раз, мне кажется, что кто-то выпрыгивает на меня. Ох ты, ё-моё. А слушайте, это прицел... Воу! Знаете, говорят, сними розовые очки. В данной ситуации сними красные. Обнаружен отряд Дельта. Повторяю, обнаружен где? Отряд Дельта. И как они там? Ты может... Твою мать. Чё-то мне это не нравится. Вот так все легко? То есть мы просто их нашли и все живы целы? Что? Не, вы серьезно что ли? Я не верю. Я эту игру, знаете, я эту игру знаю и не может быть, что вот так все радужно. То есть там, ну да, вот они. Где ты там застрял, черт возьми? И все? Если бы не тот пулемет, мы бы погибли. Офигеть. Мы реально всех нашли. Хе, да тут прям как у меня дома. Чен, эти штуки должны заработать. Уже занимаюсь, капитан. Доложите обстановку. Офигеть. Это все, что осталось. Не знаю, кто эти парни, но драться они умеют. Появились непонятно откуда, положили почти всю мою группу. И вы трое думаете с ними справиться? Обычное дело. Кто-нибудь да, знает, что им тут нужно? Понятия не имею. Нам придется прочесать все здание. Если не возражаете, сперва я хотел бы вытащить своих. Как проходит эвакуация? Блэкхок уже в пути. Должно получиться. Черт! Только посмотрите. Скверно. Ух ты. Подождите, что это? Вы видите на главный монитор? И что там? Отдай мне коды шифрования и покончим с этим. Кто это? Я не могу. Я просто не могу. Точнее, не хочешь, мистер Бристоль. Ты разрабатывал Персея для Харлана. И я точно знаю, что коды шифрования у тебя есть. Слушай, да пофиг на них. Я ни при чем, правда. У меня нет кодов. Код шифрования, мистер Бристоль. Код. Я недостаточно понятно выражаюсь, м?
Все равно не понимаю, о чем вы говорите. С твоей помощью или без нее, но синхронизация достанется нам. Облегчи себе жизнь. Отдай коды. Синхронизация — это процесс, она не может достаться. Вы хотите повторить процесс? Тогда вам нужна она. Но ее вы не найдете. Надеюсь, что не найдете. Да не найдет, не найдет. Мы сами расшифруем данные. За нами наблюдают. Твою мать! Убейте всех в этом здании. Это был какой-то злобный ублюдок. Этих да людей ладно. Нужно вывести отсюда и как можно скорее. Сержант, прикрывайте нас, пока мы займемся ранеными. Ну что ты психуешь? Давай за пулемет. О, отлично! Есть! 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 Да, да, ран, 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 да. Обожаю пулемет. Твою мать, патроны просрал. И? Эй, ребята! Сволочи, они меня кинули. Вот это подстава. Это было под... А... Какого хрена? Отход. То есть я прям... Приказ понял. То есть я прям к ним вышел, к врагам прямо? Куда... Ребята, а мне-то куда идти? Укрытие. Берегись, граната. Так, нормально. Эй, какого? Тебя прям вошло. Тебя... Тебя не вижу. Я ни хрена не вижу. Передо мной пыль стояла. Вау! Вот мы и встретились. Компьютер должен быть недалеко от центра. Путерма Хема неисповедимы. Так, так, так. Подбираем, подбираем, подбираем патроны. Максимальное количество патронов должно быть. Нифига здесь трупов ты я наложил. Так, здесь закрыто. Ладно, давайте в другую сторону пойдем. Слушайте, патронов до хрена. Слушайте, я самый счастливый человек сейчас должен быть. У меня есть все. Это что такое? Что, простите? Ну вот, мы закончили эпизод 0-2 Откровения беспокойства. Я там вообще не понял, чего. Кстати, в этой серии очень много шутера, во второй части очень много альмы. Я вот в этом плане очень расстроен. Но, в принципе, мне нравится пока что. Все проходит не так плохо. Ситуация. Обнаружена неизвестная враждебная группировка наемников, также собирающая информацию... Также собирающая информацию о проекте Персей. Капитан Рейнс и лейтенант Чен сопровождают уцелевших бойцов Дельта к выходу из информационного центра. Установите принадлежность и цели наемников. Уничтожьте всех оставшихся противников. Ну вот, на этом-то мы и заканчиваем. Прощаемся с вами. Спасибо. Причем какой-то бардак вообще не творится, я не знаю. Капец, просто какой-то прикольный. Давайте вот так оставимся. В общем, спасибо всем, кто смотрел данную серию вместе со мной. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой канал Тимона и Пумбы, и Графир. Спасибо каждому за лайк, спасибо за подписку. До новых скорых встреч на канале. Пока!